Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и как видите, у меня сформирован взвод с моим соклановцем Мон Дезиох 111. Спасибо тебе большое за то, что ты прислал подарочек, который мы сейчас все вместе откроем, а с тобой выкатим одну каточку, как мы с тобой договаривались, под запись, для того, чтобы ты вошел в историю YouTube канала Вот ГСН. Спасибо тебе большое за поддержку канала в его развитии данным подарком и вообще в целом твоим вниманием. Ребят, берите пример. Спасибо тебе большое! 1500 голды и практически 1000 осколков фортиума. Это действительно очень крутой подарок. Огромное тебе спасибо. Почему крутой? Потому что накануне новогодних праздников, накануне новогоднего аукциона, каждая золотая монета на счету, и я безумно благодарен за то, что ты пополнил мою золотую копилку. Ну что, поехали прокатимся с тобой в одной каточке. Я постараюсь быть максимально сосредоточенным, а значит, друзья мои, мне придется как можно больше помолчать, поэтому особо большого количества комментариев, скорее всего, забой не будет, но все это в угоду, в желанию победить в этом бою и, скажем так, сыграть этот бой качественно. Также стоит отметить, что этот бой будет ровно 35-тысячным на моем счету. Сейчас на счету 34999. Я хотел провести аукцион в отношении продажи возможности сыграть во взводом. Меня, понятное дело, обговняли с ног до головы все желающие, и от этой идеи я решил отказаться. По одной простой причине, потому что считаю, что тот, кто захочет поддержать канал в его развитии, и так это сделает без каких-либо аукционов, без проведения каких-либо стримов, и все желающие и так это делают. Ну а все остальные готовы платить деньги за то, чтобы стример обязательно жрал какое-то дерьмо, танцевал в трусах, потому что проиграл в споре, или брился на лысо. Я не готов унижаться за деньги, причем за любые деньги, и не собираюсь этим заниматься в принципе, как сейчас, так и в будущем. Чего и вам желаю, ребят, имейте уважение к себе выше, нежели то уважение, которое к вам имеют окружающие, ну и, соответственно, окружающие гораздо сильнее вас начнут уважать, если вы будете уважать самостоятельно сами себя. Ну что, поехали, играем юбилейный бой, и спасибо большое еще раз Мону за присланный им подарочек. Погнали, ребят. Блин, прям в орудие попал Хевику, можно было ИСУ забросить сейчас в бортину, но, к сожалению, Хевик сожрал мой выстрел своим орудием, причем абсолютно бестолково для нашей команды. Я его даже, по-моему, не кританул, не очень, конечно, приятно. Так, надо забросить еще немножко урона. Блин, слили нашего ТТшника, это не очень хорошо. ИС... Но давай, подставляйся немножко, пожалуйста. Мне надо тебе еще ваву сделать. Так, вроде бы и вылазить не хочется, и в то же время надо, потому что понимаю, что мы сейчас можем довольно-таки некисло сдуться. Получаю в бортину, блин, сейчас от нашего товарища ИСа. Ну, товарища в кавычках говоря. Так, отходим на позиции, которые нам более выгодны и интересны. Класс. Заколдованный, зараза. Ну, уже неплохо, уже хорошо, я бы сказал. Хотя бы Хевика слили, а это все-таки сволочь такая, которая может действительно пакостей наделать. Так. Выцелю. Так. Со взводного слили. Не очень приятно. Я так понимаю, что сейчас будут еще и с кормы заходить. Да и в целом пахнет не очень вкусно, потому что 3-3 сейчас счет у нас получился. Блин! Какое западло сейчас было. Неимоверное. Ну, давай. Ладно, голдовым. Голдовым будем пытаться. Ах ты! Ух, спасибо ребятам, действительно круто. Сейчас поддержали, гриль просто красавчик, умничка, молодец. Забрал ИСа в самый подходящий момент, в момент, когда ИС пытался свалить. Отправляйся в ангар отдыхать, нечего тут делать. Двое на одного, в принципе, шансы есть. Один на один остались мы, и у меня сейчас очень большая проблема. Она связана с тем, что...
Я его за один выстрел не заберу однозначно. С другой стороны, если мне сейчас повезет, то и он, в принципе, меня не должен вынести. Адреналина, к сожалению, нет. Блин, как у него это получилось? 541 единица урона. Практически в кармане была данная победа. Ну, вот такой вот он получился юбилейный бой. Я очень надеюсь на то, что Мон на меня не обиделся, что данная катка не увенчалась у нас успехом. Но считаю, что даже такие бои, они стоят того, чтобы в них участвовать. Потому что то количество адреналина, которое ты ощущаешь, то количество эмоций, которые тебя переполняют в этот момент, они абсолютно ничем не измеримы. А что у нас по результативности? По результативности мне почему-то кажется, что мы показали себя довольно неплохо в данном бою и сделали все возможное для того, чтобы победить. Мону, к сожалению, не сильно повезло. Я тоже несколько раз дал выстрелы безрезультативные, ну и, соответственно, занимаю только третье место в нашей команде по урону. Похвалю наших лидеров, потому что они действительно молодцы и старались. Лайкану обязательно Мона, потому что такие игроки достойны уважения, хотя бы исходя из того, что разделяют со мной те принципы и взгляды, которые у меня есть. А именно то, что игра должна в первую очередь приносить удовольствие, и что даже проигрышный бой, он может быть все-таки результативным и приятным. Ребят, играйте ради удовольствия, имейте уважение к себе, имейте уважение к окружающим, и тогда мне кажется, что наш мир станет гораздо лучше, интересней и приятней, по крайней мере, для адекватных людей. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.